Так, ребята, вся эта поездка в Египет была запланирована давно. Я потом сделал ее обзор, там люди просили отеля, почему мы вылетали с Минска, с Москвы, а не с Минска. Потом расскажу, сделаю обзор. В общем, поездка эта была запланирована для того, чтобы встретиться еще и старшим сыном, он у нас в Европе. Планировали мы поездку всей семьей и его оттуда выдернуть сюда. Так что на днях он будет прилетать, мы будем его встречать. Попробую зафиксировать все эмоции на камеру, если получится. Будьте с нами, будет интересно.